Здравствуйте, мои дорогие. Я хочу вам сказать, что у нас не каждый день одинаковый, да? И вчера у меня был совсем непродуктивный день. И настроения как-то не было, не знаю, какое-то состояние было такое, ничего не хотелось делать. Вчера не связала ни одной петельки. Так, ходила по дому, телевизор смотрела, может быть, организм и требовал отдыха. Ну и попутно я просматриваю свои старые записи. Я как Плюшкин. У меня этих тетрадок целая куча. И вот в очередной раз нарвалась я на одну из своих записей. Вот, девчонки, кеды связаны в 13-м году. Представляете? Нашла запись за 13-й год. Это, считай, 7 лет назад, да? Я сама училась вязать. И вот записала, прям все-все записала, что за кеды, из чего. Даже вот у меня, смотрите, написано 25 октября 2013 года. Представляете? А еще сделала пометку. Описание готового изделия. Вязать строго по описанию и схемам. Представляете, как они мне понравились на тот момент, когда я их вязала. Даже написано, для кого я вязала. Я еще работала на заводе и попутно принимала заказы. Тут даже написано, для внука Артема Андрея Рогова. Представляете? У коллеги внук должен был родиться или уже родился, я не помню. И он меня попросил, вернее, не попросил, я, по-моему, сама захотела сделать подарок. Вот, даже не на заказ, а в подарок связала кедики. И вот, раз уж написано здесь, что вязать строго по описанию и схемам, ну, я попробую еще раз по своим же записям связать все точно-точно. И, знаете, я прочитала же это сейчас уже и не на один раз, и уже вот вижу, как я бы изменила на сегодняшний день. Ну, давайте, хотите связать со мной? Кедики, наипростейшие кедики. Начнем, как вот здесь у меня записано, так и будем. А потом уже посмотрим, может, по ходу что-нибудь поменяем, потому что все равно я не выдержу, я все равно поменяю. Я уже хочу что-то поменять. Но я думаю, изменения будут не сильно кардинальные. Давайте. Нам понадобится пряжа. Смотрите, у меня здесь пряжа. Я даже этикетку, видите, сфотографировала. Даже ниточки приклеила, из каких ниток я вязала. Вот такого цвета были у меня кедики. Вот это были нитки бомбина от фирмы Камтекс. Здесь состав пряжи. Так вот видно. Да, я вам прочитаю. Состав пряжи: шерсть мериносовая 35%, акрил 65%. Вес мотка 50 грамм и 150 метров на 50 грамм. Вот такие нитки. Но вы знаете, что я этим ниткам даже и не изменила. Они мне до сих пор нравятся. Я из них вяжу теплые пинеточки. Но сегодня я решила взять не бомбина. Уже изменения пошли, да? Мы возьмем вот такую пряжу. Вот. Это тоже детская серия. Пряжа Кроха из Троицка. Здесь у нас 20% мериносовой шерсти. На 5% меньше, да? Изменили. И 80% акрил. И она немножечко потолще. 135 метров на 50 грамм. Там у нас 150, а здесь 135. Нормально. Еще лучше будет. Я даже, вы знаете, вот сейчас смотрю эту запись и уже делаю оценку. Я вязала нитку 150 метров на 50 грамм. Она намного рыхлее, чем Кроха. И потоньше, естественно, да? И я вязала крючком 2,25. Я так думаю, что они прямо совсем малюсенькие получились. Я уже не помню так-то их на взгляд-то, какие они там были. Но уже рассуждаю, да, что они должны были получиться совсем малюсенькие. И тем более у меня тут записано, да, вот они у меня в готовом виде 10, 10,5 сантиметров. Вот. И я сегодня буду вязать вот из таких ниток и возьму эти крючки. Три.
миллиметра я возьму для того, чтобы набрать цепочку из воздушных петель для первого ряда подошвы, и остальное буду вязать диаметром 2,5. И крючки-то у меня уже другие, девчата. Там были китайские, а это кловер. Ой, какой прогресс у нас. Ну, естественно, ножнички нам понадобятся, да? Возьмем сантиметровую ленту для того, чтобы измерить готовое изделие, иголочку, чтобы заправить хвостики, несколько маркеров возьмем. Нам придется отмечать какие-то позиции, нитковдеватель, линеечку на всякий случай. Вот, ну вроде все перечислила, нитки, да? Нитки у меня вот белый и вот такой светлая азалия называется, розовый. Ну у нас получится не для мальчика, а для девочки кидики, да? Ну и ладно, у меня там машинка шумит, наверное, слышно, ну я приношу извинения за посторонние шумы. Давайте начнем. Прям начнем. Прям строго по схеме. Подошву свяжем белую. Да я уже так решила для себя сразу, да? Так. У нас уроки для начинающих. Значит, Любовь Андреевна будет показывать прям все от А до Я, да? Оставляем небольшой хвостик сантиметров 10-12. Короткий хвостик спадает с пальчика. Кладем крючок под ниточку на пальчик. Вот так вот. Головка крючка лежит на ноготочке. Разворачиваем на 180 градусов. Придерживаем сверху петельку. И придерживаем вот здесь вот это перекрестие. Захватываем рабочую ниточку снизу. Вот здесь придерживаем. Вот так вот. И протаскиваем через петельку. Все. У нас получилась петелька. Затягиваем ее. Это у нас вот так вот на крючке рабочая петля, да, получается. А теперь начнем считать. Сколько тут нам задано? Так. Основание 15 воздушных петель плюс 2 петли подъема. Хорошо, мы наберем 15 петель. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Так, что у меня здесь написано? 2 подъем, плюс 2 подъема. Для подъема я набрала. Они у меня, получается, здесь были для помощи, для подъема, да, для плотности. Даже в скобках написала, не входят в счет и пропускается при соединении ряда. Ладно, девчонки, я сожму свои кулачки, так сказать, и буду вязать, как у меня здесь написано. Хотя у меня внутри все протестует. Буду вязать так, как написала. Сама же писала, еще подметила, не отпускать, не отступать. Вот так и будем. Хорошо, я связала 15 воздушных петель диаметром 3 миллиметра. Далее 2 воздушные петли подъема. Все. Убираю крючок на троечку и беру крючок 2,5. И вяжем по схеме, да, получается. Смотрим, что у нас тут. Вот мои 2 воздушные петли подъема. Значит, я вяжу в третью от крючка. Раз, два, три. Считаем петельки по цепочке. На крючке петля не считается. Вот. Раз, два, три. Вот третья петля. В третью петлю вяжем столбик с одним накидом. И еще один сюда же. Показываю. Для начинающих. Столбик с одним накидом. Заводим крючок под нить. Придерживаем пальчиком. Это мы сделали накид. Теперь заводим крючок в косичку. Захватываем рабочую нить. Вытаскиваем на лицо. На крючке 3 петельки. Захватываем рабочую нить. Провязываем вот эти 2 петельки. Это мы накид провязали. И заканчиваем столбик. Все. Вот такое начало ряда у нас получилось. Далее.
Далее мы вяжем в каждую петельку по столбику. Мы должны провязать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 столбиков подряд. Вяжем за одну ниточку. Смотрите, петелька у нас состоит одна ниточка, а снизу две. Вот. Две остаются внизу, а за одну ниточку мы вяжем. Еще. Вот этот хвостик от начала работы я заправлю вот сюда вот. Буду обвязывать его вот с этой стороны. Почему? Потому что раз у нас здесь внизу две петельки, две ниточки у петельки, а здесь одна, да, значит, эта сторона уже толще, значит, мы толщину вот сюда добавим. И у нас уплотнение сразу в первом ряду получится равномерное. Давайте провяжем ровно 13 столбиков с одним накидом. И попутно будем ввязывать хвостик от начала воздушной цепочки. Вот. Здесь видите, какой длинненький? Вот так вот подтянем, чтобы вот здесь вот подлиннее петелька была. Ну, смотрите, чтобы она не выскочила. Вот так вот. Вот. И удобно будет держать и обвязывать. Довяжем до первой петельки. И встретимся вот здесь на последней петельке. Вернее, на первой петельке. Вот она. Где хвостик, это первая петелька. А где мы начали вязать, это 15-я петелька. Давайте провяжем до первой петельки. Итак, 12 и 13. Вот. Я провязала 13 столбиков с одним накидом прямо. Вот моя петля от хвостика, да, длинная. И вот самая первая петля, куда мы должны провязать. Так, что у нас на схеме? Нам нужно провязать 1, 2, 3, 4, 5. 5 столбиков с одним накидом в одно основание. То есть мы сделаем 5 столбиков с одним накидом в одно основание для того, чтобы развернуть ряд. Мы же вяжем по кругу. Вот свяжем 2 столбика. Раз, два. Делали накид, завели крючок для третьего столбика. А теперь смотрите, вот этот хвостик потянем вот так вот на крючок, вот так вот плотненько, раз, и продолжим. Третий столбик. То есть получается, если у нас 5 столбиков на развороте, значит, третий столбик — это столбик центральный. Так. 5, да? А вот когда я сейчас вяжу пинетки уже, да, я уже вяжу не 5 столбиков вот здесь на краях, а по 7 столбиков. Ну ладно, я обещала, не буду отступать от схемы. Мне тоже интересно, что у меня получится. Не буду менять ничего. Так, посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5. Все правильно, 5. Теперь зеркально уже провязанной стороне мы вяжем до начала, до 15, где мы начинали. Опять 13 столбиков прямо. Вот здесь не ошибитесь, смотрите, вот. Вот он, первый столбик. Вот сюда вот должны связать. Считайте. 1, 2, 3. Так, пропустила Любовь Андреевна. Смотрите внимательно. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Кому не интересно так вот вместе со мной считать, девочки, перематывайте вперед, значит. Мы учимся, значит, все раскладываем по полочкам, все вяжем по петелькам. 11, 12, 13. Вот я провязала 13 столбиков прямо, то есть зеркально. Вот
Здесь у меня 13 до поворота, и здесь 13. Дошла до петельки, с которой мы начинали. Вот у меня в нее провязаны 2 столбика и 2 воздушные петли. Вот сюда, в это же место мы должны связать еще. Смотрим на нашу схему. По-честному, да, я вам покажу, да. Смотрите, вот. Я провязала вот до сюда. Сейчас мы провяжем 3 столбика. И вот здесь у меня неправильно, здесь у меня зачеркнуто. Вот здесь я начинала, да? Хотя нет, я же вру. Нет, девчата, все правильно. Вот. Начало у меня 2 воздушные петли и 2 столбика. Вот они связаны. Вот сюда мы не смотрим. Здесь я зачеркнула. Значит, мы вяжем еще 3 столбика. Всего получится 5. 2 у нас связаны, 3 надо довязать. Раз. 2. И 3. Девчонки, внутри все бурлит. Все хочется связать по-другому. Соединяем под косичку первого столбика. 2 воздушные петли подъема пропустим. Терпим, вяжем так, как написано. Все, первый ряд закончен. Смотрите, вот. Сейчас вот так вот немножко вытянем. Потянем вот здесь вот. Вот этот хвостик наш, который мы обвязывали. Вот. Вот можно было его покороче оставить, Любовь Андреевна. Вечно нитки длинные оставлять. Все, можно его отрезать. Вот, чтобы он нам не мешался. И приступаем ко второму ряду. На схеме у меня нарисовано. Второй ряд начинается. 1 воздушная петля, 2 столбика без накида сюда же. То есть под косичку вот этого столбика. И далее еще одна прибавка. То есть ряд начинается с 2 прибавок. Затем 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 столбиков прямо. Давайте провяжем. Как я говорю сейчас, да? 1 воздушная петля для подъема, не для счета. Если она для подъема, значит, в конце этого ряда мы петлю пропустим и соединим под косичку первого столбика. Вот первый столбик. Раз, два. Вот. Мы начали с прибавочки. Давайте отметим первую петельку. Мы же учимся. Значит, будем все ходы записывать. Все. Зеленая петелька, начало ряда. Далее, еще под следующую косичку 2 столбика без накида. Напоминаю, я вяжу диаметром 2,5 мм. И прямо 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Шестой. Далее по схеме у меня один полустолбик для плавного подъема ряда. Как вяжется полустолбик? Полустолбик вяжется точно так же, как столбик без накида, только мы добавляем накид. Сделали накид и провязали, как столбик без накида. Заводим крючок под косичку, захватываем рабочую нить. На крючке 3 петельки. Вот мы их все сразу провязываем. За счет этого накида столбик получается чуть повыше и плотнее. Еще называют этот столбик прочным. И далее у нас по схеме. 1, 2, 3, 4, 5. 5 столбиков прямо с накидом. Делаем накид. Заводим крючок под косичку. Провязываем накид. Заканчиваем столбик. И еще 4 таких столбика. 2, 3, 4, 5. Мы провязали 5 столбиков с одним накидом. Вот. Вот мы провязали первую половину нашего кругового ряда. Давайте напомним, с чего начинался ряд. Ряд начинается 2 прибавки, 2 раза по 2 столбика. Дальше 6 столбиков прямо, 1 полустолбик.
и 5 столбиков с накидом. Вот. Вяжу, девчонки, скреплю зубами. Я бы здесь сделала 2 столбика для перехода. Ладно, терпим, продолжаем. Далее, по схеме у нас идут. Вот наш ряд зеленый, да? Мы провязали 5 столбиков прямо. Теперь у нас 3 прибавки подряд. 1, 2, 3. И по центру прибавка из 3 столбиков. Давайте провяжем вместе. Вяжем закругление на мысочке, да? Первый столбик с накидом. Сюда же второй. И еще 2 раза повторяем. Первый столбик. Сюда же второй. Первый. И второй. Провязали первую половину нашей подошвы. Мы подошли к центру подошвы. Центр подошвы у нас определяется 3-м столбиком на развороте в первом ряду. По центру нам нужно связать 3 столбика с 1 накидом. Первый, второй и третий. Все. Ну, дальше я, наверное, не буду вам рассказывать. Все понятно, да, девчата? Смотрите. Мы провязали центр. 3. Теперь зеркально от этого центра мы вяжем 3 прибавочки по 2 столбика. Давайте на схеме покажу. Вот. Смотрите, вот зеленый наш ряд. Вот. Вот мы провязали вот это, да? Теперь возвращаемся. Зеркально уже провязанной стороне. 3 прибавочки. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 5 столбиков прямо с накидом. 1 полустолбик. И 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 столбиков прямо без накида. На пяточке 2 прибавочки. Зеркально уже связанным, да? И по центру получается у нас прибавочка из 3 столбиков. Вот здесь вот. И соединяем наш ряд. Под косичку первого столбика петлю подъема пропускаем. Давайте довяжем вот до закругления и пяточку провяжем вместе. Я провязала прямо 6 столбиков без накида. Нам нужно сделать прибавочки на закругление пяточки. У нас осталось свободных 1, 2, 3. 3 петельки. А четвертая это косичка соединительной петельки. Она такая коротенькая, не путайте. В нее мы ничего не вяжем. Вяжем первую прибавку. 1, 2. Вторую прибавку. 1, 2. И последняя прибавочка из 3 столбиков. То есть мы провязываем 3 столбика без накида в одно основание. 1, 2, 3. Вот. И соединяем ряд. Вот соединяем ряд под косичку, на которой у нас висит булавочка. Вот она, наша помощница. Смотрите. Прям не снимая булавки, заводим крючок туда, где эта булавка. Все. Соединили второй ряд. Теперь давайте. Вот мне прям интересно. У меня пинетки в готовом виде должны были быть 10,5 сантиметра. Давайте померим, сколько у нас получилось уже на втором ряду. Нитки-то у нас другие, потолще. Вот, у нас уже 10, почти 10,5. Вот, смотрите, поближе покажу. Вот, видите? Вот вам и другой размер, да? Только поменяется за счет того, что у меня нитки чуть-чуть потолще и крючок потолще. Там был крючок 2,25, а здесь у меня крючок 2,5. Всего на 2,5 крючок толще. И нитка тоже толще совсем на немного. Бомбина 150 метров на 50 грамм, а кроха 135 метров. На 15 метров всего, короче. И вот такая разница. И не надо ничего пересчитывать. Достаточно поменять инструменты и пряжу. Мы провязали с вами 2 ряда подошвы. Осталось связать последний ряд. Вот мы провязали зеленый. Смотрим. Ряд начинается с 2 воздушных петель подъема. Вот. Сюда же вяжется столбик с накидом. Это начало ряда. Мы опять пропускаем эти петли и соединяем под косичку.
Вяжем два столбика прямо. Давайте начнем вместе. Любовь Андреевна говорит. И ничего не показывает, да, учительница? Начинаем. Раз, два. Теперь сюда же свяжем столбик с одним накидом. Вот. Первый столбик, да? Под косичку этого столбика я заведу булавочку. Девочки, не ленитесь, отмечайте булавочками. Это очень важно. Приучайте себя к порядку сразу. Еще один столбик прямо. И одна прибавочка. То есть мы вяжем два столбика с одним накидом под одну косичку. Раз, два. Вот. Вот такое начало ряда. Давайте покажу на схеме. Вот мы провязали вот это. Вот. Вот начало. Две воздушные петли. Технологические. Раз, два, два столбика прямо. И одна прибавочка. И далее у нас идут все столбики прямо. То есть вяжем по одному столбику в каждую косичку до закругления. Вот. До первой прибавочки. Давайте посчитаем, сколько нам нужно провязать столбиков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Провязываем 14 столбиков прямо. 12, 13 и 14. Все. Я провязала 14 столбиков прямо. Теперь нам нужно сделать прибавки на закругление по мысочку. Вот наш синий ряд. Смотрите. Вот мы провязали. Последний столбик, он попадает на первый столбик предыдущей прибавки. И вяжем, смотрите, прибавка, столбик, прибавка, столбик, прибавка, столбик. То есть через одну петельку. Одна прибавка, один столбик. Начинаем. Один столбик связали. И сюда же второй столбик. Далее один столбик одиночный. Опять прибавочка. Вторая, да? Раз, два. Одиночный столбик. И опять прибавочка. Мы связали три прибавки через одну петельку. Одиночный. Дошли до центра. Центр у нас средний столбик из трех. Вот у нас тройная прибавка по предыдущему ряду. Вот центральный столбик. Мы вяжем снова три столбика. Смотрите, вот. Видите? Вот прибавка по второму ряду тройная. И по третьему ряду мы тоже вяжем тройную прибавку. Вяжем. Три столбика с накидом в одно основание по центру. Это у нас центр нашей подошвы. Два и три. Провязали. Если мы провязали центр, значит, на обратном пути мы вяжем все зеркально. То есть, смотрим на схему. Вот она наша схема. Мы провязали вот эту прибавку. Далее. Раз, два, три. Три прибавочки через один столбик. Прямо провязываем 14 столбиков с одним накидом. И делаем прибавочки на пяточки. Давайте провяжем прямо 14 столбиков и встретимся на закруглении. Я провязала 14 столбиков прямо. На пяточке осталось... Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть косичек свободных, куда мы должны сделать прибавки. Еще раз говорю, не путайтесь с седьмой косичкой. Она очень коротенькая. Это косичка соединительного столбика.
Многие рукодельницы сюда провязывают, она сбивает с толку. Но вот это вот надо запомнить. Она все равно вот выглядит как косичка, и прям вот хочется туда провязать. Я поначалу так и делала. А потом ломала голову, откуда у меня берутся лишние столбики. Вот именно 6 косичек рабочих и 7-я маленькая, коротенькая. Она не рабочая, мы сюда не вяжем. Что у нас на схеме? На схеме у нас 2 прибавки через один столбик. Вяжем первую прибавку. Раз, два, одиночный столбик. Вяжем вторую прибавку. Раз, два, одиночный столбик. Так, вот мы связали раз, два. Теперь смотрите, вот здесь вот по центру вот у нас прибавка в предыдущем ряду из 3 столбиков. Вот сюда мы должны сделать тоже прибавочку. По центру у нас идет прибавка, то есть одиночный и прибавка. Раз, два, вот. И последний одиночный столбик. Вот. Последний одиночный столбик связали и соединили под косичку первого столбика. Ну вот я сейчас все равно сделаю здесь небольшие эти поправки. Вот у меня на схеме не обозначено соединение. Видите, вот. Вот сюда мы соединяем. Вот здесь вот должно быть соединение. Вот. Вот. Вот здесь должно быть соединение. Вот видите? Вот это вот должно быть у меня зачеркнуто. Ну, раз уж мы повторяем все. Ну, я тут ничего как криминального не сделала, просто добавила значок, чтобы было понятно. Все. Теперь мы соединяем ряд. Соединяем ряд. Пропускаем 2 петли подъема. Соединяем под косичку, где у нас булавочка. Вот, смотрите, оттягивайте вот так вот. Видите, вот. Видно прям ее. Теперь можно вытащить. Все, дырочка прям определилась. Видно косичку. Вот она, косичка. Фокуса нету. Вернее, не фокуса, а белый цвет. Вот тут как красный, так и белый цвет. Плохо видно на экране. Все, соединили. Вот такая подошва у нас получилась. Давайте померим, какого размера получилась у нас подошва. Так, 12 сантиметров получилась подошва. Видите? Видите, какая разница? Из бомбино диаметром 2,25 у меня 10,5 подошва, а здесь 12 на 1,5 сантиметра. Какая разница, да? А по ширине подошва получается по мысочку. Вот измерять надо, смотрите, вот. От края, вот здесь вот, от ближних полупетель, вот. Вот у меня получается 6, ну почти 6, 5,8 получается. Вот здесь надо мерить, вот, 5,8. А ну-ка, примерим Танюшкину колодочку. Девчата, помните, мне Танюшка прислала колодочки? Эти колодки она сделала своими руками. Вот смотрите, прям по колодочке, да? Ой, какая прелесть! Канал «Тепло ваших рук», девчата, известный рукодельный канал. Смотрите, как хорошо. Может быть, даже и подойдет под эту колодочку. Но колодочка маленечко пошире.